Всем привет из летнего леса. Сейчас хочу вам показать самый ядовитый гриб в наших лесах. Это бледная поганка. Вот я ее близко снимаю. Это бледная поганка. Это молодая бледная. И вот распустившаяся бледная поганка. Чем она характерна? Чем она характерна? Я сейчас ее сорву. А бледная поганка имеет утолщение клубневидное у основания. А шляпка вначале у молодого гриба закрытая, и у более зрелого гриба она раскрытая. Это пластинчатый гриб, то есть пластинки, мелкие пластинки. Это бледная поганка, которая является самым опасным грибом у нас в нашей полосе, в Сибири. То есть сходно с шампиньоном, с молодым. Особенно вот эта вот молодая бледная поганка, она сходна с шампиньоном. Но имеет ряд отличий. Это клубневидное утолщение и цвет пластинок. Цвет пластинок у нее чисто белый или, может быть, зеленоватый. Это самый опасный гриб, бледная поганка. Спасибо за внимание.